Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня готовим аппетитный, очень вкусный, интересный и легкий рецепт. Друзья, начинаем готовить. Погнали! В первую очередь займемся фаршем. Это у меня в равных частях свиной и куриный. Можно сразу размешать, а можно размешать уже после добавления специй, чем и займемся. Добавляю по вкусу черный перец. Черный перец придает всегда мясу пикантность. И, конечно же, вкус интереснее намного. Соль также по вкусу. Добавляю сухой чеснок, он более мягче. Чуть-чуть добавляю зиры. Слегка перетираю ладонями и отправляю к мясу. Добавляю чуть-чуть базилика. Можно добавить любую зелень, даже свежую петрушку. И буквально чуть-чуть кориандр молотый. Теперь хорошенечко это все перемешиваю. С фаршем закончили, откладываем его пока в сторону. Теперь нам понадобится капуста. Верхнюю часть срезаем, а потом толщиной где-то в 2-2,5 сантиметра нарезаем такими блинами капустными. Отправляем капусту в форму. Теперь капусту нужно присолить. Теперь каждый капустный блин смазываем сметаной. Теперь берем фарш и делаем что-то в виде плоской котлеты. Теперь нам понадобится пару вкусных, ароматных помидорок. Нарезаем тонко. Сверху укладываем помидорочку. Отправляю эту вкуснятину в духовку. Выпекать буду при температуре 190 градусов ровно 40 минут. Снимем с духовки, сверху присыпем все сыром, буквально еще на 5 минут и будем пробовать. Давайте попробуем. Друзья, обязательно попробуйте. Если вам понравилось, ставим лайк, подписываемся, делимся с друзьями. Не забываем комментировать. А я с вами прощаюсь ненадолго, до следующего видео. Всем пока.